Общественный транспорт должен быть безопасным. Госавтоинспекция Ульяновской области подвела итоги профилактических рейдов. Основное внимание к безопасности пассажиров. Полицейские мониторили техническое состояние автобусов, работающих на линии, предрейсовый медицинский контроль и соблюдение режима труда и отдыха водителей. С ними говорили не только о неукоснительном соблюдении требований ПДД. В текущем году на территории Ульяновской области зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей автобусов, в результате которых 36 человек получили ранения различной степени тяжести. Погибших нет. Тяжесть последствий при ДТП с участием автобусов несоизмеримо выше в сравнении с другими категориями транспортных средств, рапортуют инспектора дорожной безопасности. Поэтому так важно и водителям, и пассажирам быть внимательнее и терпимее на дороге.